На одесской киностудии стартовали съемки фильма «Танец» по мотивам пьесы Августа Стринберга «Пляска смерти». Модернистская версия произведения шведского драматурга конца 19-го – начала 20 века переносит свое действие в наше время благодаря авторской трактовке украинского режиссера Сергея Рахманина, более 16 лет проработавшего на ниве латиноамериканского и европейского кинопроизводства и проходившего в свое время стажировку у самого Андрея Тарковского. Старт нынешнего проекта начался со съемок тизера к полнометражному фильму. Так как вопрос с финансированием до сих пор так и не решен, то деньги планируется искать под отснятую всего за один день укороченную короткометражную версию этого фильма с основными ключевыми моментами. Спонсором одной съемочной смены выступила в небольшой степени одесская киностудия, ну и, конечно, большая часть средств выделена посредством частного финансирования. В основе сюжета заложена история любовного треугольника, участников которого играют одесские актеры Наталья Бусько, Олег Симоненко и Олег Карпенко. Моя героиня... это правильно сказать. Оказывается в такой ситуации, безвыходной, как ей кажется. Хотя из любой ситуации есть выход. Просто этот выход может не устраивать. Но она еще не знает, какой у нее выход. И очень переживает по этому поводу. Картина основана на пьесе Августа Стринберга. Там так называемая проверенная драматургия, поэтому я считаю, что для меня лично это такое вот свершение, можно сказать, играть вот по мотивам такой пьесы. Мое личное достижение, поэтому стараюсь изо всех сил, конечно. Отдельно хотелось бы отметить присутствие в данном проекте одного из лучших операторов Украины, Юрия Гармаша, заслуженного деятеля искусств, на счету которого более 30 художественных фильмов и не менее 150 серий различных сериалов, человека, снимающего кино в нашей стране с 1971 года. В советское время у Юрия Гармаша даже были неприятности относительно чрезмерного увлечения сочетаниями голубого и желтого цветов в одном из своих фильмов. Підходьте, православні, пийте святу воду і очищайтесь від вавилонських гріхів та комунівської скверни. Підходьте, підходьте, пийте святу воду і очищайтесь від комунівської скверни. Пийте святу воду. Дається, почалося. Давайте й ми дамо знак разом. Будьмо. Ну, дай Боже, почалося. Оце вже і нас почули. Невзирая на недостаточно четко сформулированные способы финансирования, участники проекта настроены оптимистично и завершить съемки фильма планируют уже летом нынешнего года. Как говорил старина Питер, а не сыграть ли нам Вильгельм Телля?